где же наш Рустик, блин? Где же наш Рустик на своем танке? Где-то он встрял. Да дорога-то накатная, может он проехал? Да нет, он, видишь, он говорит, это, колеса задние забивает, встает. Рус, что хочешь сказать про свой танк, а? Жопа под пиноволку надо купить. Жопа под пиноволку? Здесь есть небольшие участки огородов, где по огородам походим. Ну и, конечно же, шурф. Нашли несколько фундаментов, которые можно попробовать. У меня только пошли находки. Первый слой, ребят, это для тех, кто начинает шурфить и говорит, о, у меня ни хрена ничего нету. Первый слой, ребята, и это все пробки. Вот, и потом я только вскрыл дерево, пошло вот такое вот. Такая засыпка. Такая сопутка. Вот. И вот такая вот тоже встретилась. И вот Диман специалист. Дим, скажи по этому стеклу. Что? Это 100% мальцовское стекло. Донышком. И смотрим, что написано. Написано мальцовское. Мальцовское. Итак, ребята, доброе утро. Мы в полном составе, практически. Диман, походу, спать ушел. Серега по полям ходит, по огородам распаханным. Мы с Рустиком продолжаем фундамент бить. Рустик не в самом фундаменте, а начал как-то с краю. Ну, может быть, интересное будет вот здесь вот. Потому что, смотрите, здесь находится стоячий столб, на котором ложится сруб. Между первым и вторым венцом всегда, ну как всегда, зачастую, есть такое поверье, достают закладные. Так что здесь вот, вот в этом месте, если он был, может быть закладной. Или же может быть, ну, наверное, каждый по-разному делал. Может быть здесь вот быть, или между первым и вторым. Вот, ну и видите, там камни тоже. Как вы знаете, я подымал из-под камней закладные. Вот такая вот интересная. Я думаю, может кому-нибудь пригодится для информации. Так что ладно, мы продолжаем. Одни советы гнилые, ребят. Я вам их не показываю. Наверное, с десяток советов поднял и все. Всего две меди я здесь поднял. Всего две. Но сопутка здесь шикарная. Стекло, керамика. Вообще классно, я вам показывал. Классно, ну там Рустик тоже собирает стекляшечки всякие, Кинг на них улегся. Тоже зачетные. Да, малыш? Охраняет Рустик стекляшки. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, помните, я вам до этого прям показывал, где Рустик ковырялся и говорил, что возможно там может быть закладной. Не знаю, закладной или нет, но факт в том, что старая монета. Здесь в основном монеты советские, но выпадают и вот такие. Это одна из самых старых. Николай Первый. Вроде как рельеф высокий, но, к сожалению, вот зеленка сожрет немного монету. Но рельеф высокий. Грани острые. Если монетка почистится, будет бомба. Но окисел, конечно, может ее подъесть. Серебром. Копеечка серебром. 1800 какой-то. Дальше не проглядывается ничего. Так что, блин, мои поздравления, Рустик, с монетой. Красавчик. Поехали. Куда поехали? Копаем. Копаем. Итак, ребят, Рустик у нас делает вот такие подкопы. Смотрите, на дереве лежит печная кладка. Ёпта. Охренеть, блин. И Рустик с этого места сейчас только что срезал вот такое чудо. Вот такое чудо. А, целый был. Был целый. Здесь, видите, здесь раскол старый. А вот здесь вот свежий. Это у нас Дулевский. Фабрика Дулева. Это 50-е годы.
А сейчас давайте прервемся, и я вам поясню то, что я увидел на донышке этой посуды. Из фарфора с фабрики Кузнецова ели и в императорском дворце, и в купеческих домах, и в кабаках, и в сельских избах. Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий, МС Кузнецова. Вы спросите, а при чем тут Кузнецов? Ведь речь идет о Дулево. Давайте все по порядку. Мне тоже было интересно разобраться в истории, так как на копе очень часто попадаются такие вещи, о которых мы совсем ничего не знаем. Итак, это товарищество основано 29 сентября 1887 года российским промышленником и предпринимателем из рода Кузнецовых Матвеем Сидоровичем Кузнецовым и просуществовало до 1917 года, когда большинство предприятий было национализировано. Прадедом М.С. Кузнецова был Яков Васильевич Кузнецов, который основал фарфоровое производство в районе Гжеля в 1812 году. Уже в 1887 году в товарищество входило 8 российских заводов по производству фарфоровой посуды, в том числе и Дулево. Дулевский фарфор представлял страну на всемирных выставках. Сам завод был основан в 1832 году Терентием Яковлевичем Кузнецовым во Владимирской губернии. Дулевская фабрика была самым крупнейшим среди всех кузнецовских предприятий. Марки и клеймы Дулевской фабрики МС Кузнецова разнообразны по начертанию, поскольку эта фабрика самая старейшая в составе кузнецовских предприятий. Вот немного окунулись в историю. А сейчас давайте клеймы. За период существования Дулевской фабрики образовалось достаточное количество марок и клеем, которыми Кузнецовы обозначали свою продукцию. Один из самых первых клейм – это период с 1770 по 1820 года. Более красочное клеймо появилось с 1830-1860 года. В начале 90-х фабрике разрешено в клейме использовать российскую символику. Появляется двуглавый орел. С 1880 по 1910 года появляется всем известная надпись «МС Кузнецова». И последние года, когда существует клеймо Кузнецова, 1910 по 1920 года. В 1918 году, после Октябрьской революции, все предприятия товарищества, кроме Рижской фабрики, были национализированы, переданы государству. Но эта фабрика недолго существовала как частная. После установления в Латвии советской власти в 1940 году и это предприятие Кузнецова было национализировано. Дальше идет клеймо после национализации завода. Дульбский завод с 1918 по 1930. С 1930 по 1952. С 1952 по 1964 год вид знака упрощается. Современный логотип, а также клеймо завода с 1962 года является птица «Сокол», которая стала использоваться после того, как на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году работа «Сокол. Скульптура Дулевского завода» мастера Алексея Сотникова получила золотую медаль Гран-при. Лично мне встречались многие варианты из перечисленных марок клея, но лишь недавно я стал собирать осколки этой посуды. Не знаю, как вам, но мне это интересно. А сейчас возвращаемся на коп. Приятного просмотра. 50-е. Но к лагерю подойдем, я еще один вам чайничек покажу. Тоже из этой ямы. Уже кузнецовский. Любо-дорого, да? Посмотреть, стоять, смотреть, как работают другие, блин. Уже вечер. Да. Надо, наверное, сюда. Иди. Гастарбайтеров. Вот сел, блин, да? Они ну, копают. Даже прибор им дать, пускай они прозванивают. А монеты собирать. Так, ничего не так. Итак, ребят, немножко отдыхает шурфа. Систематически ходим вот на такие огороды. Здесь их
очень много. Вот. Ну и смотрите. Вот моя находка. Пнул ногой верховой. Факт в том, что огород хоженый. И все равно. Так, 1875 год. В принципе, хороший бодрый монет. Вот такая красотка. Да, пойдет, пойдет. Огороды стоят вот так вот туда. Я там тоже проходил. Там везде шурфлен. Ну как, копано. Дорога вся перерыта. Ехали, дорога перерыта. И ямки не закапывают. Ладно, идем. Идем, смотрим, что дальше будет. Уже скоро закругляться будем. Итак, ребята, будем заканчивать, наверное, свой коп. Мы уже как бы собрались, дожигаем мусор. И Серега вот такой вот узелок мне предоставил. Говорит: Сань, вот тебе монетки. Выбирай, чисти и в кот-мешке. Вот она, ребят, красавица. Вот они, смотрите, красавицы. В принципе, монетки неплохие. Конечно, некоторые почистить надо. Посмотрим, что из них выйдет. Вот, в принципе, некоторые ребята монеты хорошо зайдут в лот. Так что вот эта красотка Сергей последний раз держит. Вот такая настоящая копная. Ну, на этом, наверное, ребята, все. Не буду я прощаться. Серега попрощается. Пока. Эти двое ногами попрощаются. Они у нас лица не показывают. Вот, так что на этом и все. Копали мало, отдыхали много. Все, пока.